Село Осташево в Волоколамском городском округе стало одним из пунктов временного размещения беженцев с Донбасса. Сегодня здесь находится около 100 человек, приехавших в Московскую область из ЛДНР. Для помощи им одинцовские волонтеры организовали благотворительную акцию «Добрый огород». Беженцам передали семена различных сельхозкультур и цветов для посадки. На этой неделе передадут необходимые удобрения.